закрытие носка. Провязали еще два ряда лицевыми петлями основного цвета розового. Будем закрывать ленточным закрытием. Итак, у нас 24 петли. Вяжем 9 лицевых с одной стороны, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель лицевых провязали. 2 провязываем с наклоном вправо. 2 петли вместе. Подхватываем. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петли вместе. 2 лицевые петли. И сейчас нужно провязать 2 вместе с наклоном вправо. Это вправо, а провязали это влево. Итак, мы разворачиваем петельки и провязываем 2 петли вместе. Вот так. Подтягиваем ниточку и провязываем 9 лицевых. Провязали. Работу поворачиваем. И с этой стороны точно так же провязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли провязываем с наклоном вправо. 2 петли подхватываем нить и провязываем вместе лицевой петлей. Нить подтягиваем. 2 лицевые. 2 лицевые петли. Одну провязали. Еще одну провязываем. Здесь нужно 2 петли провязать вместе наклоном влево. Переставляем нить. Не нить, а петельки, чтобы удобно было. И вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, провязали правильно. Вот так у нас получается первый ряд. Второй же ряд вяжем. Все петельки лицевые, ничего не уменьшаем. Не более. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И так до конца ряда вяжем. Все, провязали. Одну сторону вяжем, вторую. Точно так же, как первую сторону. Все петли лицевыми петлями провязываем. Здесь нить подтягиваем, чтобы свободно не было. И провязываем все петельки лицевыми до конца. Провязали два ряда. Вяжем третий ряд убавлений. Итак, 8 петель провязали. 2 нужно нам сократить. Берем 2 петельки и спицу, проделаем и подхватываем петлю и подтягиваем петельку. 2 лицевые, снова 2 петельки нужно развернуть и провязать 2 петли вместе. Вот так подтягиваем и провязываем. 8 лицевых. Так, провязали. Вот так у нас получается. Разворачиваем и вяжем на этой стороне точно так же. Вяжем самостоятельно. И подтягиваем лицевыми петлями. Вяжем четвертый ряд самостоятельно.
Вяжем 3 ряд убавлений, провязываем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 провязываем петельки вместе с наклоном вправо. Так, 7 провязали и 2 петельки с наклоном вправо провязываем. Так, нить подтягиваем, 2 лицевые. И эти 2 петельки разворачиваем, провязываем 2 петли вместе, подтягиваем и провязываем 7 лицевых. На обратной стороне провязываем также. Провязали, провязываем здесь 7 лицевых. Здесь видно просто розовый цвет, плохо вечером видно. 2 вместе, 2 лицевые и петельки разворачиваем, провязываем вместе и 7 лицевых. Вот наш убавление ленточное. Аккуратненько идет. Один ряд провязываем просто лицевыми петельками, вяжем ряд самостоятельно. Делаем следующий ряд убавлений, тоже будет 1 2 3, четвертое убавление, 6 лицевых, 2 3 4 5 6, 2 петли провязываем вместе, вот, с наклоном вправо подхватываем вот так и провязываем, ниточку подтягиваем, 2 лицевые, 2 петельки разворачиваем и провязываем вместе. Подтягиваем и 6 лицевых. Все подтягиваем, чтобы не было дырочек. Вот так у нас получается. На обратной стороне вяжем также. Делаем убавление. 6 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петельки разворачиваем, провязываем вместе и 6 лицевых. Все, провязали. Следующий ряд вяжем просто лицевыми. Итак, 5 рядов убавили через ряд, а сейчас будем 5 рядов убавлять в каждом ряду. Итак, вяжем 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем вместе, подтягиваем, 2 лицевые, 2 лицевые, 2 петельки переворачиваем и 5 лицевых. Работу поворачиваем. И с этой стороны вяжем 5 лицевых, нить, конечно, подтягиваем, чтобы плотненько везде было, 2 петли вместе лицевой петлей,
слева направо, вот так подхватываем 2 лицевые, 2 петли разворачиваем, провязываем лицевой петлей, подтягиваем и 5 лицевых. Еще провяжем 4 ряда точно так же самостоятельно. Потом вместе встретимся с вами. Вяжем самостоятельно. Итак, я передела на другие спицы чулочные, которые не скользкие, по 3 петельки. И сейчас еще раз провяжем, сократим, а потом иголочкой сошьем. Одна лицевая и 2 вместе. Так. Следующую. Одна лицевая. 2 петельки вместе. Меняем местами. Подтягиваем. И так на всех спицах. Одна лицевая и 2 вместе. 2 вместе. На четвертой спице 1 лицевая, 2 вместе, провязали. И эти меняем местами. Вот получилось у нас 8 петель. 8 петель. Носок связали. И нужно нам собрать, одеваем ниточку и иголочку и будем собирать. Итак, давайте соберем, кто крючком, кто иголочкой собирает. Так. Схватываем. Здесь тоже по кругу аккуратно 2 вместе, и здесь 2 вместе. Все, стянули носочек вот так. Мысок у нас получился с одной стороны и с другой. И сюда нужно вытянуть. Заделать на ту сторону. Подтянули. Так, подтянули, девочки. И здесь вокруг еще мы вот так прошиваем. Вот видите, вам видно, где 2, по 2, где по 3 вокруг, вот так, чтобы они не расходились. Только тогда мы туда, вовнутрь, типа цветок. Видно вам, нет, не знаю. Вечером очень темно и не видно. Выворачиваем носочек. И сюда вот так подтягиваем. Подтянули. И здесь прошиваем. Несколько раз. И вот так затягиваем. Все. И отрезаем или отрываем. Лучше отрезать ножничками. Все.
все аккуратно. Как вы видите, носочек такой ленточный мысок у нас получился. Красивые носочки, петельки, видите, ниточки убираем. Вот на изнаночной стороне вязка такая получается, чтобы вы видели, ничего тут сложного нету. Носок получается хороший, петельки, не петельки, а ниточки мы по кругу здесь уберем. Я уже показывала, как убирать. Здесь тоже уберем, чтобы здесь дырочки не было крючком. И здесь тоже, и здесь все попрячем. Все, кто был со мной, спасибо за просмотр. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Размер 38. Также сделаем с другим носочком.